С 14 по 15 марта в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря будет пребывать чудотворный образ Богородицы «Умягчение злых сердец». Чудотворная икона, произведенная полиграфическим способом на предприятии Шофрина, была приобретена в обычной церковной лавке. Она замироточила в 1998 году, в день прославления блаженной Матроны Московской. Со временем появились свидетельства о чудесах, происходящих от иконы. 12 августа 2000 года, в день трагедии на атомном подводном крейсере «Курск», на образе появились кровоподтеки. Капли крови проявлялись на иконе в преддверии и других трагических событий. Торжественная встреча святыни состоится в Казанском соборе 14 марта в 8:30. Храм во время пребывания образа Царицы Небесной будет открыт с 8:00 до 19:00. Адрес: Казань, улица Большая Красная, дом 5.